Раннее утро. Наступил пятый ходовой день. Стоит абсолютная тишина. Речка и окружающие ее таежные просторы замерли, отходя от ночного дождя. Ночь опять была сырой, но температура хорошая, около 15 градусов тепла. Но уже чувствуется, что осень не за горами. Температура опускается, а дожди все льют чаще и чаще. В некоторых местах уже начали проскакивать желтые листья, а это верный признак приближения осени. Ночь прошла неплохо, я отлично выспался и готов заниматься лагерными делами. В 5:30 покидаю палатку, надо готовить завтрак. Делать буду 2 порции гречки. Хоть дождик все и намочил, но более-менее сухих дров я все-таки нашел. Костер разгорелся, и у меня появилось несколько свободных минут. Время 6:15. Я отправляюсь на утреннюю рыбалку, пока варится гречка. Вчера с рыбалкой в этом месте мне почему-то не повезло. Вроде бы место перспективное, идет поворот реки, но ни одной поклевки не было. Посмотрим, что будет утром. Как ни странно, но надежду на успех я еще не потерял. Из приманок я взял только вертушки, вот и чередую их, пытаясь увидеть поклевку. Место здесь действительно неплохое. Поворот реки выглядит очень перспективно. И хотя бы на поклевку окуня я рассчитываю. Первые несколько минут не дают положительный результат. Но после смены блесны произошла долгожданная поклевка. И есть первая поклевка. Сейчас поменял блесну. До этого пробовал ловить на красный Blue Fox номер 3. Сейчас поставил Blue Fox номер 4. Такого серебряного цвета, с красным сердечником. И вот на первой же проводке сразу клюнул окунек. Причем клюнул он около берега. Не сказать, что окунь большой, но уже посолиднее, чем в прошлый раз. Это уже радует. Поклевка окуня вселила надежду на успех. Но, к сожалению, дальнейшие несколько минут ловли остались без внимания со стороны рыбы. Убираю снасти и иду завтракать. Быстрый обед гречкой и чаем, и вот уже лагерь начинает опустевать. Складываю палатку, упаковываю все вещи и одежду по гермомешкам. И напоследок проверяю, ничего ли я не оставил на стоянке. Собрав все вещи и немного прибравшись на стоянке, в 8:10 я готов двигаться дальше. Погода пока что способствует. Хотя все небо затянуто тучами. Иногда капает небольшая морось, но особо сильного дождя нету, поэтому я выплываю. Главный мой ориентир в дальнейшем пути – это крупное озеро под названием Сонозеро, но плыть до него более 50 километров. Поэтому в лучшем случае доплыву только завтра, да и то, если погода позволит. После Елозера река совсем успокоилась. Почти все время идут длинные однообразные плесы с низкими берегами, либо с лиственным лесом и высокой мокрой травой. Да и вообще места сейчас очень напоминают реки из средней полосы России. Похожие лиственные виды, очень слабое течение. Лишь валуны и пороги напоминают о том, что я в Карелии. Да и то они сейчас остались позади. Тем временем я проплыл правый приток, небольшую речку под названием Пелкула. И теперь двигаюсь к первому за сегодня порогу. Местами в русле реки встречаются деревья, которые можно легко объехать. А вот и порог. Издалека ничего опасного не видно, поэтому попробую пройти его без осмотра. Да, порог несложный, одноступенчатый, но все равно интересный, особенно после длинных плесов. После порога река, естественно, успокаивается, и через несколько минут в Олому впадает очередной, на этот раз левый приток, речка Амин-Домовое. Ширина этого притока весьма неплохая, около 10 метров. В Олома дальше еще немного расширяется, мрачные пасмурные пейзажи продолжают тянуться. Лиственный лес сменился хвойным, и речка расширилась метров до 40. Появился большой коридор.
На таких длинных плесовых участках может гулять сильный ветер, если с погодой совсем не везет. Да и скорость на таких прямых совсем низкая, течения почти нет. После того, как продолжительное время двигаешься по такой абсолютной тишине, очень приятно услышать шум приближающегося порога. Этот порог довольно мощный, я бы его назвал четырехступенчатым, где ярко выражены две ступени, которые лучше предварительно осмотреть. Вот самая мощная часть порога. На левом берегу вроде есть стоянка и какой-то навес или баня. Я причалил на правый берег перед самим порогом и принялся осматривать и планировать линию движения. Ступень действительно мощная, вдобавок ко всему подводные камни здесь тоже выступают и представляют небольшую опасность. В целом порог проходится неплохо, во всяком случае он интересный и требует небольших маневров. После порога волна опять постепенно успокаивается, но на этот раз не до конца. Впереди посреди реки стоит остров, волна делает поворот и появляется красивый хвойный левый берег. С воды он выглядит очень живописно. В этом месте идет шивера. В русле реки много валунов, которые немного мешают плыть. А дальше все. Течение как будто полностью останавливается. Удивительно, как волна быстро меняет характер реки. От порогов и перекатов буквально не осталось и следа. А порой кажется, что я плыву не по реке, а по озеру. Ладно, хоть изредка встречаются высокие берега, правда непригодные для стоянок. Углубляясь в карельские просторы, сквозь густой таежный лес, я практически отрезан от цивилизации, так как людей и населенных пунктов рядом нет. Хотя в некоторых местах по спутнику видна лесная дорога, но при этом до ближайшего поселения довольно далеко. Тут на Волме практически нет никаких следов от туристов и рыбаков. И только оборудованные стоянки хоть как-то напоминают о том, что здесь иногда бывают люди. По левому берегу Волмы тянется очень красивый высокий берег. Правда, протяженность его совсем небольшая, но выглядит это очень эффектно. Но все-таки именно сверху открывается более красивый и интересный вид на речку. За сегодня я проплыл уже 12 километров, попробую проплыть еще километра 8 и буду искать стоянку. Хочется засветло сделать все дела и подольше порыбачить, и наконец сварить первую уху в этом сплаве. А быть может при должном везении получится сделать окуня на рожне в виде шашлыка. При этом было бы неплохо встать на хорошую стоянку, поэтому я постоянно осматриваю берега и даже не исключаю вариант раннего бивака. На реке в некоторых местах опять встречаются порожки, но они совсем не сложные, и внимание на них заострять я не буду. В голове проскакивают строки с одного отчета по этой реке, где говорится, что со стоянками после Елозера здесь совсем беда. Низкие заболоченные берега, иногда с травой, которые совсем не приспособлены для стоянки. Как раз такую картину я сейчас и наблюдаю. Но в какой-то момент, на 21-м километре сегодняшнего пути, недалеко от левого притока Волмы, речки Лавноое, на правом высоком берегу я замечаю отличную стоянку. Поэтому сплав на сегодня я завершаю. Время около 3 часов дня, и я уже в лагере. Место отличное, и как ни странно, это очень достойная стоянка. Правда, все равно недалеко отсюда начинаются заболоченные участки. Но именно здесь сухо, место хорошо оборудованное. Есть скамейки, стол, кострище. Место под палатку тоже можно найти. С дровами проблем здесь быть не должно. Во многих местах валяются некрупные веточки, как раз для небольшого пищевого костра. И что немаловажно, тут довольно красиво. Хвойный лес смотрится весьма эффектно. Вот только мрачная пасмурная погода слегка все портит. И очень не хочется, чтобы опять пошел дождь. Не теряя времени, сразу начинаю заниматься делами.
перетаскиваю все вещи и приступаю к обустройству лагеря. Выбрав более-менее ровное место, ставлю свое жилище. Хочется побыстрее все сделать и уже отправиться на рыбалку, ведь не зря я сегодня сплав закончил пораньше. Время 3:30, температура на улице плюс 15 градусов. Сегодня на стоянку я встал намного раньше запланированного. Теперь у меня есть много времени для рыбалки. Попробую поймать рыбу. Надежда на успех в этой рыбалке у меня действительно есть. Места здесь глухие, редко посещаемые. Причем как рыбаками, так и туристами. В связи с этим рыба здесь точно должна быть. Да и место ловли выглядит неплохо. А вот будет ли клевать рыба, это уже другой вопрос. Тут не все зависит от меня. Ставлю проверенную вертушку медного цвета и начинаю облавливать разные участки вдоль стоянки. Первые несколько минут немного разочаровали. Активности со стороны рыбы не было, и я уже подумал, что останусь сегодня без улова. Но в какой-то момент случилась поклевка. Есть, есть, есть. Первый улов на этом месте. Клюнул опять-таки небольшой окунек. Ну, грамм 100, наверное. Причем раскраска у него не торфяная, а просто обычный окунь. Значит, сегодня будет уха. Или окунь на рожне. После поимки первого окуня, уверенность в положительном исходе сегодняшней рыбалки намного возросла. И буквально через пару забросов второй окунек схватил блесну. И вот спустя буквально 5 минут клюнул второй окунь. Окунь примерно такого же размера. И что самое интересное, то что он заглотил так же, как и первый окунь, на все 3 крючка. И этот окунь клюнул прямо у самого берега, уже когда я вынимал блесну. Видимо, окунек прячется прямо под берегом. Вот уже 2 окуня есть, буду продолжать рыбачить. 2 окуня уже есть, то есть рыбалка состоялась. Но, конечно, хотелось бы поймать что-нибудь посолиднее. Щучку, например, или крупного окуня. Ведь мои пойманные окуни не особо большие. Интересно, что все поклевки окуня были именно у этого берега. Посередине русла совсем не было поклевок. Скорее всего, здесь течение намного меньше, чем по центру. Поэтому окуньку здесь намного комфортнее. Причем я пробовал водить блесной рядом с берегом, и окунь атаковал блесну. Но размер его был совсем небольшой. Медный блюфокс проявил себя в принципе неплохо. Но попробуем поменять приманку. Поставим блюфокс красный, номер 3. Предположив, что разгадка плохого клёва кроется именно в расцветке блесны, я начал экспериментировать, все на том же месте, вдоль лагеря. Но, к сожалению, многочисленные забросы остались совсем без внимания. Рыба больше не проявляла интерес к блесне. Смена блесен совсем не дала никаких положительных результатов. Больше поклёвок не было. Я ловлю уже около часа. И сейчас отправляюсь готовить еду. Раз удалось поймать рыбу, то буду делать первую уху в этом сплаве. Собираю дрова, развожу костер и начинаю готовить ингредиенты. Чищу картошку, морковь и лук. Все это дело режу на небольшие кусочки и жду, когда закипит вода. Из специй и приправ у меня только соль, перец и лавровый лист, но этого вполне достаточно. После того, как вода закипела, можно заполнять котелок вышеперечисленными составляющими ухи. Теперь все остается варить и помешивать. А минут за 5 до готовности опускаю окуней. Вот и все, уха готова. Можно приступать к трапезе. Уха получилась неплохой, бульон наваристый и сытный. Вкус рыбы тоже довольно приятный. После плотного и вкусного ужина я решил не терять светлое время и вновь отправился на рыбалку. Быть может, в этом месте рыба активизируется под вечер?
Хотелось бы в это верить. Ставлю ловистую блесну и начинаю обкидывать клевые места. Но не судьба. Рыбалка дело такое, непредсказуемое. Рыба совсем перестала проявлять интерес к блесне, а быть может совсем ушла с этого места. Поспиннинговав после ужина около 30 минут, я совсем не увидел поклевок. Время сейчас 7:30. Пойду туда заниматься лагерными делами. В лагере попил чай и начал складывать вещи. Погода опять портится. С неба падают небольшие капли дождя. Заканчивается 5-й сплавной день. Проплыл за сегодня я 20 километров. На завтра у меня следующая задача. Точно надо доплывать до Сон-озера и плыть до туда порядка 30 километров. Завтра мне надо с утра будет встать, сделать все дела и выплывать. И если повезет, то к вечеру я до туда доберусь. Сейчас время 8 вечера и опять пошел дождик, поэтому я ложусь спать. Погода опять вносит свои коррективы. Карельский дождик практически каждый день напоминает о себе, совсем не давая расслабиться. Но именно этот дождик запомнился больше всего. И вот так весь день. 24 августа. Это самый дождливый день за весь поход. Дождик идет целый день и даже не думает останавливаться. Поэтому сегодня у меня дневка. Весь день лежу в палатке, отдыхаю, читаю. На газу приготовил поесть. Все планы смещаются на один день. И уже завтра я готов двигаться дальше, несмотря на погоду. Но буду надеяться, чтобы хотя бы не было ливня. В этом сплаве дневок я не планировал, тем более таких. Но двигаться в такую погоду совсем не хочется. Поэтому буду ждать завтрашний день. Августа. Наступил 7-й ходовой день. Дождик вроде как прекратился, хотя небольшие капли дождя все еще падают. 28 часов подряд шел дождь, то усиливаясь, то затихая, но не прекращаясь. И лишь сегодня в полночь небесная стихия на пару часов затихла, видимо был небольшой перерыв. Далее дождь пошел с новой силой, и вот буквально несколько минут назад он вроде как закончился. Мне надоело сидеть в заточении, к тому же дневок по плану у меня не было. Поэтому я принял решение возобновить сплав. Буду надеяться на улучшение погоды, хотя это, конечно, маловероятно. Все небо затянуто плотными тучами. Примерно в 7 утра я начал сборы, предварительно позавтракав гречкой. Газовая горелка реально выручает. Вот именно в таких ситуациях и при такой погоде горелка поможет сэкономить силы и время. С костром бы я точно долго провозился, кругом все сыро. Лагерь опустевает, вещи сложены по гермомешкам. Доделываю последние дела на стоянке и начинаю прощаться с этим местом. Все-таки здесь я провел 2 ночи. Хмурое, пасмурное карельское утро вновь и вновь меня преследует, совсем не давая почувствовать теплые лучи солнца. Солнечные дни были только в самом начале пути, да и то количество солнца было ограничено. Перетаскиваю вещи вниз, к байдарке, после чего все надежно закрепляю, ведь впереди меня будет ждать интересный порог, под названием Лазаревский. Наступило 25 августа, сегодня пятница. Вчера у меня получилась незапланированная дневка. Дождик, который начался 23 августа, продолжался 28 часов подряд. В 12 ночи сегодня он закончился. Пару часов его не было, и потом он опять зарядил, примерно с 2 часов и до 7. Сейчас время без 10:08, и дождик чуть-чуть продолжает накрапывать. Ну, можно сказать, его нету. В общем, плыть уже можно. Вчера я просто лежал в палатке, на улицу практически не выходил. Читал, спал, отдыхал. Вот, сейчас продолжу сплав, мне надо будет доплыть сегодня точно до Сон-озера и плыть до туда около 30 километров. Погода сейчас, можно сказать, прохладная, на улице +10.
Общий километраж сплава 105,5 километров. Из них 2,5 километра это пешка, которая была в самом начале. Время идет вперед, и я начинаю выплывать. Около 8 утра я наконец выплываю. Стоянка была хорошей, но так долго находиться на одном месте при таких условиях для меня немного скучно. Держу путь к речке Лавноое, но проплыв 800 метров, на правом берегу, в густом хвойном лесу, я заметил какую-то избу. Естественно, я отправился на осмотр. Похоже, изба старая. Рядом никаких троп и дорог нет. Людей здесь тоже давно не было. С одной стороны, крыша уже сложилась на сруб, а с другой еще держится. Кругом все зарощено. Карельский лес потихоньку поглощает то, что некогда человек сумел подчинить под себя и наладить тут быт. Но здесь как нигде видно, что на длительном промежутке времени природа намного сильнее, чем влияние человека. Внутри ничего не осталось, кроме печки. Скорее всего, все нужные вещи отсюда уже давно увезли. Атмосфера в таких местах всегда грустная, но можно представить, что раньше это место выглядело совсем по-другому, и окружающие лесные пейзажи не были такими плотными и густыми. Несколько минут я здесь все осматривал, после чего продолжил путь. Сразу же проплываю левый приток Воломы, небольшую речку с красивым названием – Лавноое. На участке от этой речки до протоки в озеро Лазаревское, где собственно и располагается порог Лазаревский, находится всего лишь два порога. Пейзажи здесь однообразные, практически все берега в лиственных деревьях, с низкими берегами, которые заросли травой. Стоянок тут нет, да и выходить на берег в таких местах тоже особого смысла не видно. В одном месте на левом берегу стояла большая цистерна. Впереди послышался шум, и это первый тренировочный порог за сегодня. Проходится он очень легко, сложного вообще ничего нет. Дальше Волома опять успокаивается. Непродолжительное время идет длинный плес со слабым течением. Здесь стоит абсолютная тишина, лишь только небольшой дождик, который опять начался, может ее как-то нарушить. А это второй порог за сегодня, и он, в отличие от первого, довольно мощный. Особо выделяется вторая ступень, вот она. Серьезной опасности этот порог, конечно, не представляет, но набрать несколько литров воды здесь очень просто. Порог состоит из трех ступеней, и это как раз его выходная часть. В этом месте было реально интересно, и этот порог может служить неплохим тренировочным полем перед порогом Лазаревский. Далее Волому принимает чисто равнинный характер реки. Тянутся длинные, скучные прямые участки с очень слабым течением. Пейзажи практически во всех местах здесь одинаковые, даже не получится ни за что зацепиться, чтобы выделить тут какое-нибудь место на реке. Густые, преимущественно лиственные берега плотной стеной закрыли выход на сушу. Потихоньку погода проясняется, дождик окончательно кончился, а из-под тучки даже показалось солнце. А я тем временем все приближаюсь и приближаюсь к последнему порогу на реке. За все время сплава уже пройдено порядка 60 порогов и перекатов. И даже не верится, что Лазаревский – это последний порог на реке, ведь дальше будут только равнинные участки. Примерно к 12 часам дня я подплыл к протоке, которая ведет в озеро Лазаревское. И для меня это знак – здесь находится порог. Перед самой протокой на правом берегу есть хорошая стоянка. Похоже, водники тут часто останавливаются. Место неплохо оборудовано. Есть стол, скамейки, каркас для навеса и довольно много места для палаток. Уже отсюда слышен шум от порога. Порог Лазаревский состоит из трех ступеней. Это первая ступень, ее можно назвать входной, но расслабляться на ней точно не стоит. Напор воды здесь довольно мощный, но проходится все легко. Главное выбрать правильную траекторию движения и не попасть на подводные валуны.
По правому берегу тянется тропа осмотра, и весь этот порог можно осмотреть. Также тут есть стоянки, места довольно приятные. Порог живописный и интересный. Двигаясь по берегу и осматривая дальнейшее движение, чувствуется мощь этого места. Показалась вторая ступень. С виду и со стороны очень похожа на первую, и проходится примерно так же. Но первые две ступени – это как бы разминка, ведь впереди есть третья ступень. Река поворачивает направо. Слева появилась высокая скала. Напор воды увеличивается из-за сужения волны. Бешеный поток буквально тебя выносит из порога, при этом особо не забрызгав. Многие этот порог называют самым опасным. Как по мне, это совсем не так. Вот самым красивым, да, я бы его назвал. А самыми опасными для меня получились пороги в районе озера Куренюрды. И два порога, которые я обнес во второй день сплава. Без 20 час мне удалось пройти этот красивый порог. Я бы его назвал одним из самых красивых на речке Волома. Он состоял из трех ступеней. Первая ступень входная, довольно-таки мощная. Вторая ступень по напору первой практически не уступала. А третья ступень выглядела одной из самых красивых. Идет сужение в реке, слева высокая скала, и большой напор воды тебя просто выносит из этого порога. Возможно, из-за того, что сейчас большая вода, никаких валунов там не было. Меня просто вынесло, и я поплыл дальше. Естественно, то, что воды немного я набрал. Сейчас я буду двигаться дальше. Вот, Волома выглядит именно так. Погода постепенно улучшается, дождика нету, что меня очень радует. Сейчас буду двигаться к Сон-озеру и плыть до туда примерно километров 10, возможно, чуть-чуть побольше. В принципе, время еще есть, и я продолжаю сплав. Все, пороги кончились. Дальше Волма будет течь, как спокойная равнинная река, с очень слабым течением. Даже не верится, что все основные препятствия остались позади. После порога Лазаревский речка продолжает свое движение во власти березового леса. Низкие берега, в основном с травой, совсем не подходят для стоянок. До Сон-озера остается несколько километров пути. Но не доплывая до него, должен будет появиться мост и деревня Венгегора. А вот собственный мост. Мост новый, крепкий, а рядом с ним находится уже старая недействующая конструкция. Здесь, на входе в деревню, река делает резкий поворот направо. Слева остается высокий берег. Тут же рядом с Воломой проходит неплохая лесная дорога. Деревня Венгегора находится в заливчике, и с реки практически не видна. Людей проживает там совсем немного. На 2013 год всего лишь 6 человек. До Сон-озера остается около 8 километров сплава. На реку опять пришла настоящая тишина. Погода начала улучшаться. Тучи расступаются. Появляется голубое небо и солнце, которого уже давно не было. С изменением погоды приходит небольшой ветерок. Плыть в таких условиях очень приятно. Березовые рощи с небольшой примесью сосны и заболоченными берегами будут сопровождать меня прямо до устья. Река течет на юг, немного петляя. Тем временем я подплываю к озеру Петрогорское. Оно соединяется с рекой и находится с левой стороны. Дальнейший участок до Сон-озера я прошел довольно быстро. Тут продолжают идти заболоченные участки со слабым течением. А вот и Сон-озеро. Этот водоем довольно большой. Он занимает 191 место в Карелии по площади водного зеркала. Озеро вытянуто с севера на юг. Длина более 6 километров. Это озеро соединяется с другим озером, Сяргозеро, на котором находится одноименная деревня. Я двигаюсь вдоль восточного берега озера и в какой-то момент замечаю неплохую стоянку. Примерно в 5:30 заканчиваю сплав. Сегодня удалось пройти довольно-таки длинный участок. Ветер, который гуляет по такому огромному пространству, сумел сделать большие волны. И это один из минусов таких больших озер.
На стоянке сразу начинаю заниматься делами. Надо просушить вещи после продолжительного дождя, так как часть вещей у меня сырая. Стоянка здесь неплохая, все необходимое тут есть, включая скамейки, дрова и ровное место для жилища. Развожу костер, делаю чай и вермишель. Под вечер все-таки наконец погода наладилась. Тучи ушли и появилось долгожданное солнце. В такую погоду очень приятно находиться на озере. Сплав по волнами постепенно подходит к своему логическому завершению. Плыть мне осталось совсем немного. Эту речку я уже завтра покину, и начнется новый отрезок пути, который будет совсем другой. И там будут свои сложности и испытания. Конец дня мне приносит поистине красивое зрелище. Над Сонозером садится солнце, освещая напоследок окрестности озера в чудесных оттенках. Это второй карельский закат, который мне удалось увидеть в этом сплаве. Подходит к концу седьмой день моего пути. За сегодня я преодолел практически 35 километров, а общий километраж похода равен 140 километров. Практически все, что я сегодня планировал, мне удалось осуществить. Сейчас я ночую на Сон-озере, здесь есть стоянка и тут очень красивые виды. Погода с утра была сегодня неоднозначной. Был дождь. Я думал, плыть мне или нет. В итоге все-таки выплыл и не прогадал. Дождик прекратился примерно в 12 часов дня. После этого погода начала улучшаться. Появилось голубое небо, а под вечер выглянуло солнце. И дела пошли сразу в гору. Сегодня был мной пройден очень непростой порог и очень красивый. Мне больше всего понравилась третья ступень. Там шло сужение, и слева была скала. У меня остались просто потрясающие впечатления после прохождения этого порога. Ну а в целом речка Волома уже остается позади. Мне остается ее проплыть примерно последний отрезок. Это километров 20. Завтра уже эту дистанцию я преодолею и выйду в Всегозерское водохранилище. Ну а сегодняшний день подходит к концу, и очень скоро я отправлюсь спать. Задача на завтра понятна. Это выход в водохранилище и прохождение по нему первых километров. Наступило очередное походное утро. Погода неплохая, на улице довольно тихо. Но сегодняшний день будет весьма необычным для меня, ведь сегодня я покину Волому и выплыву в Всегозерское водохранилище. В 5 утра проснулся. Впереди много различных мелких дел, поэтому медлить нельзя. Да и планы на этот день у меня тоже не слабые. Все-таки водохранилище – это совсем другой водоем, со своим климатом, ветром и огромным водным зеркалом. Не теряя времени, сразу развожу костер. В этом месте много сухого плавника. Дрова горят отлично. На завтрак варю макароны с сушеным мясом. Перекусив, начинаю собираться. Хочется выплыть как можно раньше. Вынужденная дневка не только восстановила силы, но еще и придала дополнительный стимул для более интенсивного движения на оставшиеся сплавные дни. 8 часов утра я покидаю эту гостеприимную стоянку. На сегодня у меня план следующий. Мне надо будет проплыть по Сон-озеру и по речке Волома около 20 километров. После чего я выйду в Всегозерское водохранилище и поплыву по его северной части. Сколько проплыву по нему сегодня, я не знаю. Все будет зависеть от погоды и от того, будет ли там сильный ветер. Но ночевать я уже планирую именно там. Но до водохранилища еще несколько километров пути. Сонозеро – это довольно большой водоем, где очень часто бывает сильный ветер и волна. Сейчас я направляюсь на юг, туда, где из озера вытекает река Волома. Плыву по восточной части водоема. В основном двигаюсь вдоль берега, где намного меньше волна. Эта сторона озера очень приятная. Здесь есть несколько стоянок, красивые виды и сосновые боры.
Также вместе с сосновым бором здесь во многих местах идет прибрежная песчаная полоса. Такие пейзажи сохраняются вплоть до протоки в озеро Сяргозеро. Эта протока означает, что примерно половина пути по этому озеру пройдена. Оставшуюся часть этого водоема пытаюсь проплыть быстрее, пока тучи не пригнали ветер. Немного отплываю от берега и держу курс на то место, откуда вытекает Волома. Это озеро мне понравилось. Несмотря на то, что оно имеет довольно внушительный размер, тут приятно находиться. Интересные виды, хорошие стоянки и сосновые бары как бы располагают тебя для длительного отдыха. А вот и продолжение реки. После Сонозера Волома совсем не меняется, разве что берега становятся еще заболоченней. На этом участке есть одно интересное препятствие. Это бывшая плотина, и я уже издалека слышу ее шум. На самом деле, сложностей при прохождении этого места нет. Сейчас эта плотина просто напоминает быстрину, примерно такую, которая была на выходе из Лазаревского порога. До устья Волома осталось порядка 12 километров. Этот отрезок пути нельзя назвать супер живописным и очень интересным, хотя все равно свой неповторимый образ здесь есть. В основном идет лиственный лес с высокой травой, берега заболоченные, а если встретится сосновый бор, то он весь в ягоднике и в болоте. То есть этот участок надо проходить сразу, здесь вряд ли получится найти хорошее место для ночлега. Перед устьем, последние километры пути, река очень сильно петляет, и недалеко от нее находится автомобильная дорога. С населенками дела на Воломе обстоят очень туго, их практически нет. Один населенный пункт я вчера проплыл. В принципе, на этом рассказ можно заканчивать, но недалеко от Сигозерского водохранилища есть поселок Ахвенлумби. Он стоит не на Воломе, а примерно в километре от нее, и с реки его совсем не видно. Думаю, при желании сплав можно закончить там, либо чуть подальше, у автомобильного моста, естественно, предварительно договорившись о выброске. Но у меня задача немного другая. Кроме речки, мне еще хотелось проплыть по водохранилищу, испытать на себе, что такое большое открытое пространство. Именно поэтому я плыву дальше. Показался мост, а это значит, до устья осталось около километра пути, или по-другому всего лишь пару поворотов. Речка сумела меня удивить и порадовать своими несложными, но интересными участками и порогами. Все, речка Волома осталась позади. Общий километраж сплава равен примерно 156 километров, но это вместе с начальными озерами. Теперь мой путь лежит по Сигозерскому водохранилищу. Конечная точка сплава – это поселок Великая Губа, который находится в юго-восточной части этого водохранилища. Есть два варианта, как до туда добраться. Можно по южному берегу, но этот вариант немного длиннее, хотя, возможно, безопасней, ведь именно там проходит дорога. А можно плыть по северному берегу, через острова, и держать путь на юго-восток. Этот вариант немного короче предыдущего, и поплыву я именно так. При движении по водохранилищу, да и вообще по любому большому открытому пространству, есть свои минусы. Главный минус – это ветер и сильная волна, которые очень часто бывают в таких местах. И бороться с этим явлением никак не получится. Можно лишь только подстроиться под эту стихию и двигаться максимально близко к береговой линии. Конечно, при сильном шторме вообще лучше никуда не выплывать, но запаса по времени может не быть, так же как и желание отсиживаться день или два. Поэтому в каждом отдельном случае надо действовать по ситуации. Если уверен, что дойдешь, плыви. Не уверен, пережидай и понапрасну не рискуй. Сейчас я двигаюсь на восток. Погода меняется. То налетает ветер, то успокаивается. Но дует он именно на восток, слегка помогая мне. Потом я углублюсь немного на север, к острову Кечень. Посмотрю, можно ли там встать на стоянку. И уже затем продолжу движение на юго-восток. В полчетвертого доплываю до знакового места. Отсюда я начинаю углубляться на север, огибая по воде материковую часть. Здесь есть неплохая стоянка, которой, видимо, очень часто пользуются рыбаки. Забегая вперед, должен сказать, что такие хорошие и оборудованные стоянки были именно на северо-западе водохранилища.
Дальше в основном были практически везде скальные берега, где не было возможности встать на стоянку. Но тогда об этом я не знал, и с выбором места ночлега мне пришлось помучиться. А в целом, природа здесь типично карельская. Сосновые бары с ягодниками, большие валуны, которые тоже иногда встречаются, и красивые скальные пейзажи. А вот песчаных участков, где просто можно причалить и поставить палатку, совсем немного. Они в основном все находятся здесь. После осмотра стоянки я двигаюсь дальше, все углубляясь и углубляясь на север, к острову Кечень. Погода постоянно меняется, ветер приносит облачность и тучи, поэтому дождик периодически накрапывает. До этого острова осталось около 3 километров пути. Вдоль берега двигаться очень хорошо, так безопасней, волна и ветер намного меньше, но так получается длиннее. Но все равно, так плыть всегда не получится, иногда хочется немного срезать, и для этого выбираешь меньше расстояние до объекта. В моем случае это остров Кечень. На таком большом открытом пространстве расстояние чувствуется совсем по-другому. Вроде бы вдали видишь объект, а до него километра 3, а может быть даже 5. Наконец-то подплываю к острову Кечень. Остров средних размеров, скалистый, покрыт хвойным лесом. Можно сказать, это типичный остров на севере этого водохранилища. На стоянку тут точно не встать, поэтому плыву дальше. За островом Кечень находится следующий остров. Он немного больше предыдущего, но выглядит примерно так же. Осмотрев его с воды и увидев, что там тоже не встать на стоянку, я продолжил путь к материковой части этого водохранилища. Обогнул еще один небольшой остров и приблизился к суше. Теперь буду двигаться здесь и попробую найти стоянку. Время уже поджимает. За сегодня я проплыл очень неплохое расстояние, но берега все заболочены, ровного места нет совсем. Впереди замечаю небольшой остров, держу путь в ту сторону. Не доплывая до него, увидел какой-то просвет на берегу. Там оказалось хорошее зимовье. Было ощущение, что люди только что ушли. Но здесь как-то неуютно. Лучше пойду осмотрю остров, который находится рядом. Остров совсем небольшой, но выглядит интересно. Видно, что он скалистый, и там растут редкие сосны. И должен сказать, что это самый миниатюрный остров из тех, что за сегодня я увидел. Я его быстренько осмотрел и понял, что для сегодняшней ночевки он мне подойдет. Хоть остров и небольшой, но место для палатки я все-таки нашел. Практически везде камни и валуны, местность совсем неровная. Зато с дровами проблем нет. Тут лежало несколько поваленных сосен, а сухие ветки сосны очень хорошо горят. Сразу занимаюсь обустройством лагеря. Времени уже много, пора готовить ужин и чай. Сейчас выглянуло солнце, наполнив этот остров еще более красивыми и яркими видами. Отсюда очень хорошо просматривается водохранилище. Обзор открывается на несколько километров в разные стороны. И как я уже говорил ранее, погода тут меняется очень быстро. Вскоре пришли тучи, и от солнца не осталось и следа. Только к 6:30 я подъехал на сегодняшнюю стоянку. Ночевать сегодня я буду в очень необычном месте. Это небольшой скалистый остров. Я залез на самую вершину, уже поставил палатку, развел костер и начал кипятить воду для риса. Место очень красивое. На многие километры виден обзор на водохранилище. Поблизости и вдалеке виднеются всякие острова, как большие, так и маленькие. В общем, мне здесь очень нравится, место просто потрясающее. Есть, конечно, несколько проблем, связанных с этим местом. Например, здесь может быть очень сильный ветер. Из-за того, что тут деревьев как бы очень мало, в основном скалы, опасность может быть в этом. И вторая проблема – это спуск за водой. Я нахожусь на вершине острова, и чтобы мне достать воды, надо спускаться вниз. А ходить приходится по курумнику, поэтому там очень опасно, можно поскользнуться, и все надо делать очень аккуратно. За сегодня я проплыл довольно-таки много. На завтра у меня план следующий. Надо проплывать примерно километров 30. Буду рассчитывать примерно на эту дистанцию. Сейчас я поем, скипячу чай
и отправлюсь спать. Надо набраться сил перед завтрашним длинным и интересным днем. Продолжаю готовить, а погода все ухудшается. Постепенно с востока на запад движется большая туча. Она сейчас как раз видна позади меня. Уже чувствуются легкие порывы ветра. Скорее всего, погода опять испортится. Но к этому надо быть готовым. Дождливое и холодное лето все делает по своему плану, периодически поливая дождем все в округе. Постепенно подходит к концу очередной походный день. За сегодня мне удалось проплыть рекордное для себя расстояние в этом сплаве – 37,5 километров. Общий километраж похода равен 177,5 километров. Это довольно-таки уже прилично. Сегодня погода была разнообразной. Раза 4 начинался и прекращался дождь, было солнце, ветер. В общем, можно сказать, все погодные условия были. Сейчас, кстати, дождик тоже капает немножко. На завтра план у меня будет следующий. Я встану, если повезет, в 5 утра, все сделаю, поем, соберусь и выплыву. Если будут подходящие условия, то мне надо будет проплыть как минимум 30 километров. Если все пойдет как надо, то можно и больше. А послезавтра, если все пойдет по задуманному, я уже днем, а возможно вечером, буду завершать поход. Сейчас я буду доделывать рис, если повезет и дождик не усилится, сделаю чай и после этого отправлюсь спать. На острове постепенно темнеет, световой день становится все короче. К тому же плотные густые тучи потихоньку затягивают небо. Я доделываю ужин под небольшие капли дождя, но это пока не критично. Больше всего настораживает то, что в какой-то момент стало очень тихо. Ветер практически полностью затих. Такую погоду можно назвать как затишье перед бурей. Собственно, к этому все и шло. Туча все приближается и приближается. Видимо, она принесет шторм с сильным ветром. Пока все спокойно, но водохранилище уже погружается во мрак. Плотные тучи на подходе. Прошло несколько минут, и все-таки поднялся сильный ветер с небольшим дождем. Ночевать в таких условиях на открытом пространстве не особо хорошо. Я доделал все дела и пошел отдыхать перед завтрашним трудным, но интересным днем. Прошла очередная ночь, постепенно светлеет. Карельская природа не дает расслабиться и все время преподносит новые препятствия. Всю ночь был дождь с сильным ветром, но под самый рассвет дождь все-таки закончился. Таким образом, у меня появился шанс продолжить сплав, но вот сильный ветер совсем не хочет сбавлять обороты. На водохранилище большая волна, условия для дальнейшего движения, мягко говоря, не самые лучшие. По-хорошему, конечно, надо переждать волну и сейчас не плыть. Но и оставаться на этом острове особого смысла нет. Место открыто всем ветрам, палатка постоянно болтается, холодно, и укрыться от ветра, кроме палатки, тут совсем негде. К тому же, одна вынужденная дневка у меня уже была, и тратить еще один день не хочется. А вдруг непогода надолго? Тогда придется находиться здесь несколько дней, чего бы мне совсем не хотелось. Поэтому я принимаю решение плыть дальше, через острова, к поселку Великая Губа. В 6 часу утра вылез из палатки. Прогуливаясь рядом с лагерем, я заметил кое-что необычное. Это было небольшое языческое капище с одним идолом. Рядом находится очаг для костра. Место совсем никак не выделяется. Идол стоит наравне с соснами и с некоторых сторон практически незаметен. Неудивительно, что вчера я его не увидел.
На идоле вырезано слово «Ярь». Сама фигура сделана умелыми руками и выглядит внушительно и грозно. Место для капища, скорее всего, подбирали специально, чтобы оно было удалено от населенных пунктов и от незваных гостей. Собственно, этот остров как раз и является таким местом. Досюда просто так не доберешься. Придется преодолеть около 15 километров по воде. Сам идол смотрит на водохранилище и как бы контролирует и следит за всем, что здесь происходит. А ветер по-прежнему активен. Его порывы совсем не ослабевают. Просвета на небе нет. Скорее всего, погода вряд ли изменится. Поэтому надо заниматься приготовлением еды. Еду готовлю в палатке, на газу. Насчет костра даже не думаю. Именно для таких условий очень хорошо подходит газовая горелка. А завтракаю уже на улице, вне палатки, и пытаюсь адаптироваться под сильный ветер. Все-таки скоро я буду выплывать. Время 8 часов 10 минут. Заканчиваются мои последние приготовления перед отплытием. Сегодня очень плохая погода. До 4 утра шел сильный дождь с сильным ветром. Дождик примерно в 5 утра прекратился, но ветер очень сильный продолжается до сих пор. Двигаться сегодня я буду вдоль островов, поэтому сильный ветер в принципе не должен мне особо мешать. Через большие открытые пространства я буду стараться не двигаться, а двигаться практически все время рядом с островами. И за сегодня надо пройти, постараться пройти как минимум 30 километров. Конечно, такой ветер будет мне очень сильно мешать, но я попробую. Доделываю последние дела и отправляюсь в путь. Конечно, все время вдоль островов у меня не получится плыть, ведь мне надо будет двигаться от одного острова к другому. Островов на сегодняшнем пути будет несколько, а уже затем пойдет основная материковая часть. Все дела сделал, начинаю перетаскивать вещи и уже прощаюсь с этим интересным местом. С высшей точки острова открывается красивый вид на бескрайнее водохранилище. Около 9 утра я загружаю вещи в байдарку, все надежно связываю и выплываю. Сейчас мой путь лежит на юго-восток, к первому за сегодня острову, который называется Пачиншери, и плыть до него порядка 5 километров. Здесь, за островом, ветер и волна пока что не сильные, но чувствуется, что это ненадолго. До конечной точки сплава, поселка Великая Губа, остается чуть больше 40 километров. За 2 дня пути это расстояние проходится в легкую, если, конечно, нет никаких сюрпризов. Было бы отлично, если бы сегодня я проплыл все острова и начал бы двигаться вдоль основного берега. Но многое сегодня будет зависеть от погоды, большой волны и сильного ветра. А вот и нужный остров – Пачиншери. Остров выглядит заболоченно, растет сосновый бор, да и размер острова весьма солидный. Не теряя времени, плыву к следующему острову, где сделаю небольшой перерыв. Плыть немного опасно, большая волна может залить байдарку. И главное не вставать бортом против этой волны, иначе точно зальет. Мне немного везет, ветер гонит волну как раз в нужную для меня сторону. И вскоре я приплыл на небольшой остров. Продолжаю двигаться дальше. Сейчас остановился на небольшой привал на крошечном острове. Проплыл остров Панчиншари, и вот нахожусь рядом с островом Уконшари. Он находится за мной. Небольшой 5-минутный буквально привал, и поплыву дальше. Проплыл за сегодня уже больше 6 километров, и сейчас буду держать путь к острову Мурдошари. Плыть до следующего острова не особо долго, он уже сейчас виден на горизонте. Остров называется Мурдошари и имеет довольно-таки большой размер. Погода совсем не думает улучшаться, ветер постоянно гонит сильные волны. А я тем временем все-таки подплываю к нужному острову. Заходить на него и осматривать его изнутри не буду, видно, что он типично карельский. Сразу держу путь к острову Шананшири, буду огибать его с юга. Погода окончательно испортилась, пошел неприятный дождь. Стоянок здесь совсем никаких нет. Остров скалистый и заболоченный, поэтому плыву дальше. Я продолжаю двигаться по островам. Сейчас я нахожусь на острове Шананшари.
Теперь держу путь к острову Огмушаре. Он находится за мной вдалеке, на заднем-заднем фоне. Плыть до него примерно 3,5 километра. Вот сначала будет ближний остров, безымянный, а потом уже Огмушаре. Там я планирую устроить небольшой перерывчик, перекусить и затем продолжить путь. Остров Огмушаре. Это моя очередная промежуточная цель. Вообще, при таком движении очень важно ставить вот такие микроцели на день. Это придает уверенность в общем глобальном успехе. К тому же, так проще ориентироваться на местности, и можно без труда отследить свой путь. А вот и нужный остров. Плыть было тяжело, все-таки волна создает большие проблемы при движении по открытому пространству. Останавливаюсь на перерыв, небольшой обед, намечаю линию движения и в путь. До основного берега осталось около 5 трудовых километров. На этом участке тоже есть острова. Небольшой остров Лехташире и остров Чепаншире. Есть, конечно, на пути еще два острова, но они безымянные. Погода совсем не думает улучшаться. Сильные волны отнимают очень много сил, ведь расслабляться совсем нельзя. Острова все похожи друг на друга. Везде камни, скалы и заболоченные участки. Ровных мест для лагеря нет совсем. Сегодня точно самый тяжелый день похода. Таких препятствий и погодных условий в этом сплаве еще не было. Наконец-то подплываю к основной береговой линии. Все острова остались позади. Завтра буду двигаться чисто вдоль берега. А на сегодня все, сплав заканчиваю. Но хорошей стоянки здесь, к сожалению, нет. Везде камни, деревья с кустарником и сырая земля. Вдобавок ко всему, очень сильный ветер не дает мне по-нормальному поставить палатку. Сегодня должна быть крайняя ночевка в этом сплаве. Завтра во второй половине дня я уже должен буду приплыть к конечной точке маршрута. Уже чувствуются последние мгновения этого похода. За эти 200 километров повстречалось немало интересных участков. Карельская природа разнообразна и красива. Здесь есть не только быстрые реки, но есть еще и огромные водохранилища и озера, где присутствует свой микроклимат, который отличается от речного. Время 5 вечера. Заканчивается очередной ходовой день. За сегодня прошел около 26 километров. Общий километраж похода равен 203 километра и 700 метров. Примерно где-то так. Сейчас я нахожусь уже в том месте, где начинается основной берег. Все острова я проплыл, которые планировал. И завтра мой маршрут продолжится чисто вдоль берега к Великой Губе. Плыть было сегодня очень трудно. Нереально большая волна была. Сначала более-менее ничего, потом волна усилилась, поднялся ветер. А с 11 часов идет дождик, вот до сих пор. В общем, просто ужасная погода. На завтра будет план у меня следующий. Я встаю как можно раньше, ничего не готовлю, так как еду сделаю сегодня. Завтра с утра ее ем. И выплываю. Надо преодолеть примерно 21 километр. Так показывает навигатор по прямой. Здесь как раз практически прямая. В общем, по максимуму завтра рано встаю и выплываю. Закончилась очередная ночь и наступило утро. Сегодня заключительный день похода. Погода стабильная, сильный ветер продолжает гулять по карельским просторам, но волны стали потише, и это уже радует. Проснулся сегодня в 5 утра, хозяйственных дел никаких нет, костер не разводил. Вчера вечером на газу приготовил 2 порции гречки, половину убрал в термос, а сегодня с утра все доел. Так что ж газовая горелка в этом походе мне очень помогла, на костер бы у меня ушло очень много времени. До конечной точки сплава, поселка Великая Губа, остается плыть чуть более 20 километров. Это совсем небольшое расстояние, которое проходится с остановками часов за 5-6, при моей не самой быстрой скорости движения. Наступило 28 августа, время 7:30. Сегодня последний ходовой походный день.
Моя основная задача — добраться до конечного населенного пункта и плыть до туда по прямой примерно 21 километр. Погода стала более-менее нормальной по сравнению со вчерашней. Сильный ветер по-прежнему есть, но такой волны, которая была вчера, ее сейчас нету. Дождик, который вчера шел практически весь день, закончился после того, как я лег в палатку, примерно в 7 вечера, больше его не было. Спалось, в принципе, неплохо, естественно, у меня все вещи были сырые, потом спальник окончательно промок. В общем, сейчас все вещи у меня сырые, но ничего страшного, когда двигаешься, тогда нормально. Поэтому я собираю вещи и выплываю. Около 7 утра покидаю этот лагерь. Место, конечно, было не самое удобное и гостеприимное, но все же данная местность позволила мне здесь переночевать. Начинаю двигаться вдоль береговой линии. Погода улучшается, ветер уже практически стих, волна тоже стала намного меньше. Сегодняшняя погода кардинально отличается от вчерашней, хотя улучшения начались совсем недавно. Вдоль береговой линии почти все время идет скальный массив. Виды, конечно, красивые, но вот со стоянками тут явные проблемы. Но все-таки одно интересное место удалось найти. Здесь красивый заливчик и есть удобная бухта, где можно причалить и встать на стоянку. Но по большому счету места идут однообразные, скальные. И в этом плане огромное озеро или водохранилище, как по мне, все же проигрывает небольшой и уютной лесной речке. Хотя бесспорно, что сплав или движение по таким местам все равно нужно, ведь только здесь ты можешь почувствовать, что человек на самом деле всего лишь небольшая песчинка в этом бескрайнем царстве открытой воды. Вдоль берега плыть намного легче и комфортнее, ведь в любой момент можно выйти на сушу для небольшого отдыха. 9 часов 20 минут, я продолжаю двигаться дальше. За сегодня проплыл уже 8,5 километров. До конечной точки похода осталось по прямой приблизительно 12 километров. Двигаться вдоль береговой линии, так как делаю это я сейчас, намного проще, чем двигаться по островам. Вдоль берега намного тише, меньше волна, и с этой точки зрения здесь намного безопаснее. Плюс ко всему, сейчас очень такая хорошая погода. Ветра практически никакого нету, особенно по сравнению со вчерашним, поэтому сейчас плывется намного легче. Остановился я вот на небольшой перерыв, сейчас минут 5 отдыхаю и продолжаю дальнейшее движение. Постепенно сплав подходит к концу, а это значит, пора подводить итоги и делиться впечатлениями. Река Волома – это своеобразная таежная водная артерия Карелии, где в верховьях встречается много простых порогов и перекатов. Места красивые, но заболоченные. Река протекает через несколько озер, и это добавляет определенный колорит в сплав по этой реке. А вот ближе к низовьям река становится практически равнинной, течение ослабевает, появляются лиственные леса с травой. Эту речку можно рекомендовать начинающим туристам-водникам, а также людям, кто не хочет рисковать на опасных порогах. Река Волома – это очень хороший водоем для знакомства с этим регионом России. А вот Сигазерское водохранилище – это совсем другое место, которое колоссально отличается от реки. Здесь все по-другому. Сильный ветер, волны, быстро меняющаяся погода, открытое пространство – все это будет здесь. Но несмотря на это, тут тоже красиво. Скалы, живописные острова, чистая прозрачная вода. И в хорошую солнечную погоду здесь должно быть очень интересно. Карелия смогла меня удивить своими богатыми природными ресурсами, как водными, реками и озерами, так и чудесными таежными лесами с большим запасом ягод, в том числе черники, которую я здесь неплохо поел. Поселок Великая Губа – это заключительный пункт активной части похода. Оттуда я уже поеду на машине до Медвежьегорска, а затем на поезде. За 10 ходовых дней я преодолел 222 километра. Карельские виды и пейзажи я запомню надолго. Вот и заканчивается очередной долгий поход. Но впереди еще много всего интересного. Я прощаюсь с Карелией, но надеюсь, что еще побываю в этом регионе России.
Вот так даются красивые кадры, когда ты плывешь один.